Всем здорово, ребят, или доброе утро, только проснулся, сразу же пишу вам видосик. После стрима вчера уже было, честно говоря, лень запускаться. В общем, псих какой-то на меня напал. Что у нас сегодня? У нас сегодня сарделя с самого утра и куча халявы. Возможно, еще и пофармлю днем. Запишу вам полезный видосик. Оу, ничего себе. Ну, ничего себе. У меня четверка. Так, четверка. У меня все с пятер... с пятюнями. В общем, после полуночи IGG реально порадовало. Думаю, не только меня порадовало, точнее всех. Тут мы ничего не можем нажать. Карта богатства у нас открылась с обалденнейшими плюхами, как по мне, и награды за вход. И, скорее всего, сегодня будет уже точно известно, какие плюхи у нас, возможно, попозже будут для без донатов. Что мы здесь видим? Здесь мы видим обалденные плюхи, как по мне. Почему обалденные? Вот эта вот коробочка, это сразу вы получаете пятую чарку. Если вам повезет, вы получите их несколько. Давайте сразу зафармим, чтобы время не терять. Оу, щит! Мешок с эмблемой. Ребятушки, мешочек с эмблемой пятого уровня, Prime. Это вообще обалденно. Давайте отправимся в рейд сразу. Зафармим ее. В общем, вчера была битва гильдии, и я вам скажу так, моя Фрея меня реально радует. Хоть она у меня прокачана под другую сборку, под другое прохождение, она у меня с уроном, точнее не с уроном, а с выживанием, для прохождения больше питомцами, но урона, как видите, вполне ей хватает, и она свободно шатает. Обалденно. Других топов повыше силе. Я вчера набрал, сделал наконец-то рекорд. Практически 2000. У нас еще. Вот я получил. Вот 1996. Сейчас мы разберемся потом с гильдией. Кто не прошел, скажем им до свидания. Буду делать чистку. Это надо делать. Кто забивает на битву гильдии, это не красавчики. Так, поехали, надо быстренько зафармить плюшечки и показать вам дальше ништяки, которые у нас есть. В общем, IGG реально удивили, что они дали такие плюхи. Обычно мы получаем какую-то срань, а тут реально стоящие вещи. Это радует. Там тоже Фрея второго уровня. Окей, отлично. Еще раз что-то подфармил. Надо будет кому-то эволюцию сделать. Как видите, многие спрашивают, как я фармлю самоцветы. Внимательно посмотрите видосики. Я не зря вам их записываю. Все очень просто. Так, отлично. Ну что, поехали посмотрим. Карта богатства 2. Две прайм эмблемы. Сколько у нас там идет эта акция по дням? 12 дней, ребят. Еще 12 таких наград. Поэтому обязательно фармите. Каждый день заходите, фармите эти задания. Это 30 минут вам надо будет выделить в общей сложности. Либо там зайти, потом опять зайти по пару минут. Но оно реально того стоит. С наград... Здесь можно получить эмблемку, точнее и эмблемку, и талант из ворот для тыковки топовый тоже. У меня такая тыковка плюс рунку. Здесь можно получить чарку, то есть тоже круто. Отсюда, ну, скин собрать один из топовых, ну и еще самое вот это вот, прайм мешок. Поехали, мне самому интересно посмотреть, что же я там все-таки получу.
Вот так вот, бог войны и каменка, ну, такое себе. Ну, это фигня, я через 10 минут смогу получить еще плюхи. Но это не все. Так, фонтан желания у нас уже закрыт. Решил я наконец-то вольта собирать. Идем, у нас есть награда за вход. Где там они? Где там они? Вот, войди в игру и получи приз. Это тоже очень обалденная акция. Сейчас я вам расскажу, покажу, что здесь интересного и крутого есть. Первый день значки почета, она тоже длится, получается, 12 дней. То есть надо будет заходить каждый день и потом чуть-чуть дофармить, это лучший вариант. Такс. Второй день кристаллы, такой себе. Но вот здесь сундук замка второй 5 штук. А потом третий. И потом у нас идет 6К. Это все круто. Так, давайте я, а то я сейчас типа зашел, но не зашел. Чем хороши третьи сундучки, я вам сейчас покажу. Забрать. Обязательно не забывайте, это для бездоната реально топовые плюхи и вообще на халяву. Я здесь не покажу. Сейчас поищем, может есть что-то на рынке. Вряд ли на рынке есть. Ничего себе. Ничего себе, IGG на русском сервере разошлись. Сейчас я запущу. Второй проигрыватель, я вам покажу. На Тайване, что можно получить, для тех, кто не знает, чем хорош будет именно, почему надо до 4-го как минимум дня доходить. iGood Games. IGG. У меня, по-моему, здесь есть третья. По сути, вы сможете собрать там, если я не ошибаюсь, 10 сундучков, если все время фармить. Но это того стоит. Тут у нас не открыли, наверное, еще. Да, здесь нету наград еще. В общем, где вот мой инвентарь. Первое, второе, третье, вот они. Здесь можно получить самую обалденную топовый талант для ты как это исцеление. С 10 сундуков, в принципе, можно попробовать. Давайте так попробуем по одному открыть. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9, есть 10. Что мы в итоге получили? Мы получили дофига обалденных плюх. Мы получили карты, мы получили где-то сколько там 30 смен. Мы не получили, получили камешки все, железку не получили, эти не получили, но мы получили изворот. И, ой, тьфу, ты говоришь, говорят, ложный и исцеление, самый топовый талант. Поэтому с 10, в принципе, шансы есть довольно-таки неплохие. И реально это того стоит. Потому что у вас потом будет топовая тыковка, ради которой вы должны это сделать. И которая вам просто потом будет помогать фармить локации, того же самого архидемона и все остальное. То есть вы будете проходить на ура. Соответственно, вам будет намного проще развивать свой аккаунт. Вот так вот. Поэтому не теряйте шанс и реально заходите, проходите. И даже буду на этом аккаунте заходить в эту халяву. Я дал себе. Решил, я решил качаться на русском сервере. Но это не точно, это ненадолго. Но забирать плюхи реально стоит, потому что это все халява. Поэтому
Так, нам надо там на арену напасть. На арену напасть, говорю, он еще не проснулся. Опять команду я так создам, чтобы меня тут не ушатали сильно. То сейчас убьют. Ну, конечно, убьют. Ужас, стыдно. Стыдно. Вот так вот, ребятушки. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Обязательно не пропускайте халяву. Всем удачи, всем пока.